пресный во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителя души истины, и же везде сы вся исполняя, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. От себе же ко святому просвещению готовящегося,
запрещай тебе спасителем страданий Господа нашего Иисуса Христа и честным и телом, и свой пришей страшный, и защитит судья земли сей, и поднять тебя державу Христа Бога нашего, с Отцем и Святым Духом, ныне пресной во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй, Господи, слава Богу, Боже Израиль, исцеляй всякий недуг, всякую язь и бризи нам, рабуха и взыщи, испытуя женитник, все дети дьявола. Запрети нечистым духом лежи и чисти дела руку твоей, острый подведется, сокруши садову воду и слове дашь победу нечистой. Сподобится бессмертных и местных, дай тебе славу след, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресной во веки веков, аминь. И мир сам и создание избавит работы мража, примет царство твое при небесе, отверзи лучи и мысленные, твое же озарят люди, просвещение Евангелия твоего сопрези, полон мечтаний лукав, и жени из них всякого лукава нечиста, за Бога сокрытых низящих сердце. Всякого лукава нечистого духа, сокрытых низящих сердце. И жене из них всякого лукава нечистого духа, сокрытых низящих сердце. У честной церкви, черная следница будет небесных царства. Да по западе твоим жительство, сохрани печать нерушимую, соблюд ризу и скерну, получи твое блаженство, царствие, благодать и щедроты, меча, кроме народного сына твоего, с ним же благословенности, со пресвятым и благим, не жертворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Крестный все соревнуты с лицом в двери. Отрицайся ли сатаны всех дел, ибо все гадилы, ибо все госслужения, все гордыни. Отвечай мне фразу, пусть все вместе. Отрицаюся. Отрицаюся. Отрицаюся ли сатаны всех дел, ибо все гадилы, ибо все госслужения, все гордыни. Отрицаюся. Отрицаюсь. Отрицаюсь ли сатаны всех дел, ибо все ангелы, ибо все служения, все гордыни его. Отрицаюсь. Отрицаюсь. Отреклась ли си сатаны, отвечай мне. Отрекся. Отрекся. Отреклась ли си сатаны, отрекся. Отреклась ли си сатаны, отрекся. И дуни, и плюни на него. Теперь каждый из вас перед собой пол. Трижды духи, трижды духи. После этого опять поворачиваемся к мире и слову. Сочетовайся, Христос, отвечай мне. Сочетовайся. Сочетовайся. Сочетовайся, Иисус Христос. Сочетовайся. Сочетовайся, Иисус Христос. Сочетовайся. Сочеталась, Иисус Христос, отвечай мне. Сочетался. И верующий ему, отвечай мне, верую ему, я ко царю и Богу. Верую ему, я ко царю и Богу. Верую единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимо же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца, рожденного прежде всех лет, света от света Бога, истина от Бога, истина рожденная, несотворена, единослышна от своих же сил, выше нас, ради человека и нашего рабы, спасение, шедшего с небес, воплотившегося Духа Свята, и Мария Дева, человечица, распятого, жезаны, приходь истин, Пилате, и страдавший, погребенный, воскресшего, приди день в описании, и вошедшего на небеса, и сидящего десного Отца, и паки грядущего, со славой судите живыми и мертвыми, Боже Царство не будет конца, и в Духа Святого Господа Животворящего, ниже от Отца Исходящего, ниже с Отцем и Сыном, с поклонями, славы, благовошем пророки, воедино святую соборную апостольскую церковь, исповедую единокрещение, восставление веков, чаю воскресенье мертвых и жизни, будущего века, и поклонись им. Отвечай мне, все вместе поклоняйся Отцу и Сыну и Святому Духу, поклоняйся Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущней, Троице единосущней и нераздельней. Хорошо. Благословен Бог всем человеком, хотя и спастись о познании истины прийти, ныне пресно и во веки веков. Господу помолимся, Господи помилуй,
Владыка, Господи Боже наш, призови рабу Твоим неведомости сих, ко святому Твоим просвещению сподобие хините все благодати. Духа сил Христа не Тому чада будет, но чада Твое царствие благоволение сим, со пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословен Бог, просвещай, освящай всякого человека, грядущего в мир всегда ныне присно, и во веки веков. Аминь. Помазывай, Сара Божия, Анастасия, Елеем, радование. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во исцеление души и тела. Аминь. Я хоть тебя кушаю, не могу. Послышанную веру. Дух Святой, сотвори тебя со нас. Не кормя Бога, да? Вы же ходите по собам заповеди Твои. И Сына Святого Духа, призывая по благосвету, Одессе Святого Харизаю, много милости Христе Бога, Боже наш, аще хочет помнить, возьми крестную следует за мной, сказал Господь, всегда ныне присно, и во веки веков. Аминь. Печать дара Духа Святого, аминь. Печать дара Духа. Это ж надо. Подожди, чуть-чуть. Выкладывай, выкладывай. Она думает, оно пахнет хорошо, думает, оно съедло. Четверемся, да, комитет, и давно в руку перекалим. Во Христа креститесь, во Христа облекостись, аллилуйя. Елицы, во Христа креститесь, во Христа облекостись, аллилуйя. Елицы, во Христа креститесь, во Христа облекостись, аллилуйя. Господь, просвещение мой, спаситель мой, кого боюся. Господь, защитник живота моего, от кого страшуся. Господь, просвещение мой, спаситель мой, кого боюся. Господь, просвещение мой, спаситель мой, кого боюся. Премудрость к римлянам послание святого апостола Павла, чтение вольных братьев.
и лица во Христа Иисуса, крестихомся смерти во крестихомся, да яко же воста Христос от мертвых, слава Его, читакомы, в обновлении жизни ходите наш, немащи босообразный, ликом подобием, смерти той будем воскресенье, сегодня ко ветхи наш, человек с ним распятся, да празднится тело греховное, яко к тому не работайте нам греху, не обронись от греха, ащелем рохом со Христом верой, яко же мы будем с ним, премудрость простим услышим. От Матфея Святого Евангелия чтение, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Боги. Во время Ону едины на десять учениц и доша, в Галилею гору, а уже появлен Иисус, и видевши Го поклонившись, повежу сомневшися, и приступ Иисус речей глаголя, да десять и всяка власть на небесе и на земле, шедши начите все зрите, крестящих во имя Отца и Сына и Святого Духа, звучащих блести все дни, козаверхва, все славе есть во все дни, до скончания века, аминь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, помилуй нас, Боже, по лице милости Твоей, молимся, услышай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нещи молимся о великом Господине Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, и Господине Отце нашим, блаженнейшем митрополите Владимире Господине, пресвященнейшем епископе Пантелеимоне Всеволоде Христе, братья наши, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да тихое безмолвное житие поживе во всяком благочестии и чистоте, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости, жизни, мир, здравии, спасении, рабу Божию, Михаила Светланы, Антония, Татьяны, Восприемников. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о просвященной рабе Божией Ангелине Анастасии, а еже сохранено быть вере, чисто, господинное, всяком благочестии. Исполни запки Христовой последней жатаи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивый человека, любви с Бог есть и Тебе. Славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи, помилуй. Избавление грехов святым крещением рабе Твоей даровал, и жизнь, как и рождение подал, и сам Владыка Господи, просвещением лица Твоего сердце, козрять и выгну, благолечит верх от врагов, соблюдение тления одежды сохрани, духовную печать соблюдай нам, во мносе щедро Твоих, яко благословися, прославися, пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, купели небесное сияй, вещай, подавай паки родить, работай на просвещение, водой, духом и волей, к неволе грехов оставления тем даровал, возложи на них руку, твердержану, сохрани силе благости и крадовым, обречение сохрани с подобием жизнь вечной Твоим блаждением, яко да и сей священие наше Тебе славу высылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Главы ваши, Господи, преклоните Тебе, Господи, одеявшись в Тебя Христа и Бога, нашего Тебе, подклонись нам и свою главу, и Боже, сохрани, непобедимо подвижника, привыкя нам суть в разлящих на ныне, и на Него Твоим женитьем, венцем даже до конца, победителя вся, покажи, как Твоей жени, не спасать Тебе, славу целаем, Тебе изначально Твоим Отцем, и святым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне пресно и во веки веков, меня оправдалась и си, просветилась и светилась и си, омылась именем Господа нашего Господа и Святого Бога, нашего крестилась и просветилась и не помазалась и светилась и благилась и святым Отца и Святого Духа. И Сына, и Святого Духа, и врезай
Спасайся, прилежению всюду насадим, да всеми, благ трепите, изрядно художника сам родиком, сосудами с бранью, палом, послом, запоминайся, славу притворите, пришельте, работайте, не берите на соси, начаток, садите, встречи, посы, главы, ноги, сутки, с вас приемно, комендарно всем, поручите, законите, благоды, и никогда не сечет, Христ Бог, если тебе, слава, сына, и отцу, и сыну, и святому духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь, мир, всем и духами твоему. Главы вашим, Господи, преклоните тебе, Господи, Господи Боже, наше Господи. Благословенности со пресвятыми благими, жертворящими твоим духом, ныне пресно и во веки веков. Аминь.
мир всем и духами Твоему, главы ваши, Господи, преклоните. Тебе, Господи, Господи Боже наш, пришедший, на спасение рода человеческого, приди на руму Твою, сподоби чистым Ты, пресвятцем хода правды славы Твоя. Помыя скверну телесы, скверну душевную, исполнение очищения Твоей, достойно причистая тело Твое Твое. Як освятися, прославься, пречестной хлебе имя Твое, с Отцем и Святым Духом, ныне пресны, во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Боже наш, младенец, законом храма принесенное творение, что собрачный святых и мать, и на объятии праведной смелости, и устав владыка всесильный, да сподобися крещению, получачесть, брат, и соблюдай с нами благодати святые Троицы, подобает всяко слав, благодарение, поклонение, со безначальным Отцем, пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Послушному человеку. Всем до свидания.